Юристы тоже смеются. На днях в Сургуте прошел второй турнир КВН среди нотариальных палат Уральского федерального округа. В турнире сразились команды из Курганской, Тюменской областей и Югры. В том, что нотариусы умеют шутить, еще как, убедились наши корреспонденты. Ты не ошибся? Да нет, не ошибся. Так легко и непринужденно нотариусы развеивают миф о том, что их серьезная профессия не позволяет им шутить. Оказывается, здесь с чувством юмора все в порядке. Когда мы смотрим на сцену, то уже представляют совершенно другие люди. На сцене концертного зала СУРГПУ сражаются команды из Тюменской, Курганской областей и Югры. Юристы уверяют, таких веселых нотариусов в России больше нигде не сыщешь. Никто до этого вообще не играл. Вообще в России нотариальные палаты мало играют в КВН. А вот Уральский федеральный округ начал играть. Кстати, первый такой турнир среди нотариальных палат УРФО прошел в прошлом году на Курганской земле. Следующий планируется в Тюмени. Что же касается трудностей накануне сражений, то находчивые юристы справляются с ними героически. Сложности в том, что нотариальные округа у нас, в общем-то, далеко расположены друг от друга. А вообще желающих очень много. И поэтому проблема для нашей команды в том, что чаще собираться, чем хотелось бы, мы не можем. Тем не менее, участники собираются и находят время на репетиции, несмотря на плотный рабочий график. Курганцы, к примеру, готовились к игре почти 2 месяца. Главное, выступили, потому что в данной ситуации это все равно возможность отличия от работы. Пошутить, услышать другие шутки – это какой-то заряд бодрости. Здесь все по-настоящему. И визитная карточка, и домашнее задание. Гости из Москвы, задействованные в судействе, от увиденного остались в восторге. Должен сказать, что давно я так не смеялся. Наверное, с того времени, как читал правила нотариального делопроизводства. Сумели были, наверное, самые острые шутки. Хозяев было видно, что вложила всю душу в свое выступление. По всей видимости, именно поэтому сборная Югры и стала победителем турнира. Серебро досталось тюменским нотариусам, а курганцы увезли с собой бронзу. Наталья Солоутина, Альбина Маковеева, Андрей Гудшмидт, телерадиокомпания «Север».